Эту собаку зовут Люся, ей около 4 лет. В приюте живет чуть меньше года. Она была хозяйской собакой, но в силу того, что хозяйка попала в больницу и близких и родных у нее не было, убедительно просили взять ее к себе в приют. Потому что она не в состоянии после болезни ухаживать за ней, гулять с ней, содержать ее. Собака приучена к выгулу и к домашнему содержанию в квартире. На улице ведет себя спокойно, социализированно по отношению к посторонним людям. Люся мечтает, что придет новый, добрый и любящий хозяин и заберет ее из приюта в свой теплый, уютный дом.